Мне никто никогда не плюнет в лицо, потому что никогда ничего не украл, не забрал. Я за 5 лет, как примар, не залил ни одного литра бензина за счет примарии в машину, заправляю за мой счет. Все командировки за мой счет. Я каждый месяц зарплату отдаю. Один месяц пенсионерам, второй детям. Третье, построили большой приют, это для бездомных животных. Либо страна выберет завхоза, либо выберет того, который хорошо рассказывает по телевизору. У нас есть желание все поменять. Вы знаете, что нас за эти годы больше всего били. В 2014-м снимали с выборов. В 2016-м поменяли возраст президента. Это первые выборы национальные, в которых я лично участвую. Как страна решит, так и дальше будем жить. Первым указом президента я хочу распустить парламент, потому что сегодня парламент, извините, но его можно назвать только публичным домом. Продаются депутаты за сотни тысяч евро, по одному оптом, а в это время страна умирает с голоду. За коррупцию высших эшелонов власти, а высший эшелон – это и судьи, и депутаты, и прокуроры, и министры все. Срок заключения под стражу должен начинаться от 15 лет до пожизненного. И с конфискацией имущества у ближайших родственников. Следующим шагом мы должны срочно заказать план модернизации страны. Голосуйте за кого угодно 1 ноября. Пожалуйста, не голосуйте только за кульки-пакеты, за тех, кто участвовали в краже миллиарда. Если меня не сломали до 41 года, поверьте, то меня уже до конца жизни никто не сломает. Голосуем за Рената Усатова, кандидата номер 1 в избирательном бюллетене.